В связи с отменой ограничений по блокировке социальных карт, единый оператор «Объединенная транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения, сообщает в телеграм-канале городского Дептранса. Пополнить соцкарту и все виды безлимитных карт можно с 11 числа текущего месяца до 10 числа следующего месяца. Самарцам напоминают, в городе работает горячая линия, на которую можно позвонить и задать все интересующие вопросы, касающиеся транспортных карт. В телеграм-канале Ленинского района Самары рассказывают о новых правилах заключения соцконтрактов для безработных граждан. Для поддержки горожан, которые потеряли работу и испытывают затруднения с ее поиском, программу социального контракта расширили. Обращаться по интересующим вопросам нужно в органы соцзащиты по месту жительства, либо в МФЦ. Департамент городского хозяйства и экологии информирует горожан о приеме документов в кадровый резерв по нескольким направлениям деятельности: эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение, развитие, реконструкция и ремонт дорог и другим. Приветствуется наличие высшего образования. В телеграм-канале публикуются контакты, квалификационные требования и необходимый перечень документов для подачи заявления в кадровый резерв. Красноглинский район Самары информирует жителей о том, что предпринять, если оплаченный заказ из интернета не доставили. Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь, в претензии, направленной продавцу, необходимо ссылаться на статью 23.1 закона о защите прав потребителей. Продавец обязан передать покупателю товар в сроки, которые установлены в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой, потребитель вправе потребовать выплату просрочки в размере 0,5% от суммы.